Итак, на соседнем, а вот на соседнем поле немножко картина другая. А на соседнем поле картина другая. Здесь мы посеяли по вспашке предшественник была кукуруза. Картина лучше, намного лучше. Хотя тоже, конечно, пятна есть. Но пятна — это участки, где была просто смещена почва, чтобы закрыть эту неровность. Или стыковых линиях при вспашке, где почвы были беднее. То есть есть такие участки, но их немного, их меньше, плюс здесь была вспашка, ранний сев, и не было, ну, предпосевная как таковая, ну, баранование дегельманом. Дегельманом, ну, кириш тоже проходил, но все равно это была вспашка, и почва была готова принимать любую влагу, которая падала с неба. В отличие от участка, где у нас был клевер. Есть трещины, ну, это, в принципе, нормально, физические свойства почвы. Какая здесь будет урожайность, пока сложно говорить. Ожидается осадки, но вероятность очень небольшая. Посмотрим. Ну, пока, может быть 20. Хотя по густоте и по колосу могла бы быть 40. Еще будет зависеть, конечно, от массы тысячи, но 20. Это тоже как бы хороший такой прогноз. Ну, один из лучших прогнозов.